По правилам современного этикета не существует определенно строгих границ, кто должен оплачивать счет заведения. Однако по общепринятым старым правилам счет в основном закрывает мужчина. Со временем женщины начали ущемляться. Мол, мы что, не можем за себя заплатить? Так кто все-таки должен платить заведение? Мужчина или же женщина? Ер адам өзі ақша тауып, өзі төлеу керек. Әйел адам үйде отыру керек. Неважно, кто пригласил, все равно плачет мужчина, потому что он джентльмен. Бірінші кездесуде негізі ер адам төлеу керек. Неліктен? Себебі ер адам шақырып жатыр ғой оның кездесуге. Ал әйел адам шақырса ше? Әйел адам шақырса, әйел адам төлеу керек онда. Ну, раз мужчина позвал, надо мужчина оплачивать. А если девушка позвала? Ну, значит, девушка. Негізі теңдей болып нағылады, бірақ ер адамның өзінің несіне байланысты ғой. Самооценкасына байланысты. Мысалы, өзін төлеймін десе, ерлік жасап, өз төлеуі мүмкін. Парень. Почему вы так считаете? Ну, не знаю, всегда так было. Ер адам төлеу керек. Неліктен? Солай ғой, ол басы бізде қалыптасқан.